коляска легко спускается с четвертого этажа. Вот мы на четвертом этаже живем. Вот как видите, вот так вот потихонечку, потихонечку и спускаем. Кстати, ребенок находится в коляске. Коляска легко ходит, ход очень легкий. Вот даже Богдана ее спокойно качают. Вот повези Богдана колясочку, покажи как. Не торопись, потихонечку. Вот, видите, как она? Разверни, разверни. Вот, ребенок спокойно, даже ребенок может спокойно справиться с коляской. Вот, ход очень мягкий. Вот ручка меняет положение. Можно ее сделать, вот видите, вперед, и можно сделать назад. Вот, она легко нажимаешь на кнопочку сюда, и теперь еще есть положение одно. Можно нажимаешь, и вот так, если, допустим, низ, это нужно пониже взять. Вот, видите, коляска какая. Козырек вот. Опускается. Козырек опускается очень низко, поэтому здесь даже не нужен вам будет никакой на этом ни тюль, никакая накидочка, которая закрывает детишек. Как говорится, от глаза. Чтобы сделать козырек более таким, ну, компактным, что ли, его можно откинуть немножко назад. Вот здесь вот есть вот замок. Вот видите, вот так вот раз. И на замок застегивается. Ну, мы сейчас застегивать не будем. Вот, застегивается на замок. Вот он, видите? Вот, и опускается вниз. Также есть сеточка. Вот, сеточка, чтобы воздух лучше проходил. Вот такая коляска. Кармашек есть сзади. Вот, причем большой. Вот откидная сетка. Что у нас еще тут есть? Внизу. Внизу есть корзина. Вот так. Вот так коляска собирается. Вот она получается очень компактная. Вот, если нужно в машину, допустим, ее положить, складывается. Вот. Вот так вот. Не тяжело. Она совершенно не тяжелая. Очень удобная. Вот, и можно даже одной рукой, вот она, видите, можно даже одной рукой с ней справляться. Вот так вот она сейчас это примет первоначальное положение. То есть берем сверху, нажимаем на кнопочку, помогаем ногой. Все, коляска вот готова. Ну, это сидячее положение. А как сделать, чтобы положить ребенка, если он маленький? Вот, откидывается. Вот так вот. Вот такая колясочка. Здесь вот специально для головы сюда вот, да? Вот так вот. Матрасик. Вот там вот матрасик есть. Ремни. Ремни безопасности, чтобы ребенок никуда не удрал из коляски. Если он начнет уже так вот подниматься, присаживаться. Так, что у нас еще здесь? Это вот одевается отдельно. Вот это можно, в принципе, это снять, если не надо, если, допустим, жарко летом. Вот, отстегивается. Вот видите, вот так вот. Тут он еще выдвигается. Вот это чем-то можно задвигать. Вот, вот так вот. Вот такая коляска. Очень удобная. Надеюсь, мой отзыв вам пригодится. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. До новых встреч!